Друзья мои, мы сегодня с вами оказались в стране Спанч Боба. Посмотрите, в каком я красивом месте нахожусь. Вот он, Спанч Боб, он мне машет рукой и говорит: «Привет, я жду тебя». И нам нужно добраться до самого конца, к самому Спанч Бобу подойти, чтобы узнать, что же будет дальше. Я сегодня вот появился на такой вот платформе. А вот, кстати, Спанч Боба, милый зверек. Как его зовут? Напишите в комментариях. Давайте посмотрим, кто знает, как его зовут. Ладно, я пробираюсь дальше. Я сейчас иду в данный момент по какой-то такой штуке, я не знаю, напоминающей... Ну ладно, пусть это будет просто мост. На мосту стоит гигантский... Кто? Мистер Краб. Правильно. Пойдем, подойдем к нему поближе. Здорово, мистер Краб, как твои дела? Здорово, мне нужны деньги. Давай, иди делай бургер. Да нет, мистер Краб, я уже бургеры не буду делать, это делает Спанч Боб. Ой, где я оказался? Меня куда-то телепортировал. Странное место, но здесь как раз-таки питомец Спанч Боба. Кстати, кто написал уже, как его зовут? Я пробираюсь дальше. Я не буду говорить его имя, я знаю, но подсказочка такая. Его зовут на букву... Г. Ну, вы поняли, да, уже как его зовут? Вон он там стоит на этой платформе, а я дальше что-то делаю. Так, я теперь перебираюсь через какие-то... что это такое? Это какой-то якорь, что ли? Да, это, походу, якоря. Странно, вроде мультики этого не было, хотя, может быть, и было, напомните мне. Иду дальше, и вон там дружбан Спанч Боба. Ну, как его зовут, я, наверное, вас не буду спрашивать, потому что вы все прекрасно знаете, что его зовут Патрик. О, привет, Спанч Боб. Он примерно вот так разговаривает. О, привет, Спанч Боб. О, давай пойдем поиграем. Ты что, Патрик? Я не могу сейчас идти с тобой играть. А Спанч Боб вот так разговаривает. Друзья мои, сейчас я дошел до каких-то разноцветных мячиков. Что с ними делать, я не знаю. Я по ним также буду бегать, интересно. Давайте с вами попробуем. Запрыгиваю. Да нет же, я просто на них стою, и они крутятся. Странная затея. Вот он сам, Спанч Боб. Никогда я его не видел в таком наряде. Какие-то странные на нем штаны квадратные. Вот это его классическая одежда, а вот здесь что-то странное. Ладно, не суть. Перебираемся с вами дальше. Мы попадаем снова с вами на платформу, здесь снова улитка. Наверное, раскрыть тайну все-таки, как его зовут. Я думаю, что многие из вас уже написали, улитку зовут Гэри. Да. А я тем временем прыгаю по гигантским медузам. Кстати, у нас мама один раз укусила медуза, это было в Таиланде. Она, правда, была не такая большая, она была такая прозрачная. Ну, она прям подплыла к ноге и так... И неприятно так маленько, знаете, так, как будто током тебе ужалило. Ладно, я иду дальше. Здесь какие-то гигантские пузыри. Вау, сейчас будет прикольная горка. Мы сейчас с вами скатимся с большой гигантской горки. И прямо, наверное, вроде к Спанч Бобу. Ну, я думаю так, а как иначе? Привет, Спанч Боб, как твои дела? Привет, давай садись и ко мне прям в горки. Да, сейчас. Только бы вот я что-то боюсь, тут такая горка довольно-таки большая. Ладно, друзья, настал тот момент. Раз. Ну это, знаете, присядем на дорожку. Посидим, подождем, понаблюдаем, какая у нас прикольная картина здесь. Куда мы с вами переместились? Ой, я стал девочкой. Посмотрите, у меня парик. Ну, вы поняли, да, что было? Друзья, мы куда-то с вами переместились. Это какой-то магазин. Здесь только разных штучек продают. Вертолет! Боженьки ты мой, это же круто! Я могу им управлять? 450 рублексов. А здесь что-нибудь есть вообще? Бесплатно! Вау, там какие-то горки. С ума сойти, мы что, сейчас поедем на этой штуке? Так, я присел. Подожди, девочка, это мое кресло. Друзья, я не знаю, куда мы переместились, но это что, такая-то страна типа Леголэнда? Я не знаю, я по какой-то горке Лего качусь вниз, прыг-скок, куда дальше? Воу! Нет. 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 Капец!
капец, вот это скорость у нас! Куда так? У-ху! Какой бублик, посмотрите меня как болтает! Это какая-то была прикольная горка. А куда мы с вами приехали вообще? Где Спанч Боб? Куда все подевались? Куда я попал? Что за страна без Спанч Боба теперь? Тут какие-то развлечения с горками. Но мне здесь нравится. Ставь лайк, если тебе тоже понравилась эта горка. Мне кажется, она прикольная. Так, мы попали снова в другое какое-то место. Вау, теперь по катушке будет на таком скутере? Крутяк! Ну, все, я сажусь на него. И снова плати! Я купил скутер. Я готов ехать. О-о-о, вы видите? Вон там акула торчит. Вот он ее. Какой-то хвост. Ладно, погнали, друзья. А он какой-то не такой-то быстрый. А что, другого пути не было как-то доплыть? Наверное, мне можно было поплыть просто ручками да ножками. Но я решил выбрать вот такой вот более быстрый путь. Но осторожно, здесь акулы. Вот она снова рядом. Да, там реально прям акула плавает внизу. А ну-ка, постой. Стоп. Я хочу прыгнуть в воду. Прыгаю. Да, вот же, вот она, гигантская акула. Посмотрите. Она прям здесь плавает. Да, я не буду к ней прикасаться. Поплыли лучше к моему... Так, где мой скутер? Я не вижу мой скутер, он куда-то пропал. Его что, кто-то украл, пока я плавал в воде? Что за бред такой? Так нечестно. Ладно, поплыву ручками да ножками. Вот так вот. Я уже почти у финиша, я не знаю, куда я доплыл. Странная какая-то карта, друзья, в Роблоксе, но она какая-то забавная, она мне нравится. В принципе, она прикольная, почему нет? Я вообще думал, что я буду сегодня в мире Спанч Боба, но я оказался совершенно где-то в другом месте. Снова эти квадратики и снова покатушки на горках и построенные из лего. А это что мигает? Они все разные? Да, они все разные. Белые, желтые и... без колес. Это шедевр! Не правда ли? Ладно, давайте возьмем классический белый. А, тут платить ничего не надо. Ну, погнали! Так, я взял вот такую машинку беленькую, еду. О, вот это мне уже нравится. А что такая скорость слабая? Так мне не нравится. Что за чувак стоит? Здесь есть более быстрая машина, она едет еле-еле. А ну-ка давай попробуем с тобой взять вот эту желтенькую. За нее нужно заплатить 500 рублексов, да, она действительно дорогая. Ну ладно, придется взять либо эту, либо эту. Я еду в далекие края, машинка сейчас исчезнет, о да. Я не знаю, она исчезает, пока я еду. Что, простите, почему так? Я решил взять вот такую машинку. Вот такую желтенькую машинку я решил ее купить. Ну, поехали. Поехали. Машинка. Друзья, я заплатил за машинку, но она не едет. Она не едет. Мне говорят, давай плати еще. Это что такое? Это вранье какое-то, это какой-то обман. Ну, что делать, друзья? Погнали. Джин. Фу, какая же она дымит, пыхтит, непонятно, еле едет. Вообще ужасная машина, драндулеточка какая-то. Мы едем. Едем. Ой, мы свалились. Ой, мы свалились. Мы не туда и приехали. Друзья мои, я решил бросить эту затею такую безнадежную и... Я все-таки решил пройти просто пешком. Пешочком, вот я дошел уже, и мне кажется, пешком круче всего. Ну да, пешком круче всего. Я уже вот рядом пришел с этой картой. Я дошел до какого-то нового места. Раз тележечка, два тележечка и три тележечка. Ну и типа бери любую. А я такой хобо фиолетовую в первую запрыгиваю. И помчал. И помчал, друзья мои. Ого себе, сколько мне мчать. Так, мы уже раз, два, три, четыре. На четвертом этаже осталось сколько? Да, боюсь представить сколько. Еще много. Друзья, я прошел эту штуку, и вот я на финишной прямой. Надеюсь, с этим аппаратом ничего не случится. Пожалуйста, просто езжай прямо, ничего не делай, никуда не сворачивай и никуда не падай. Есть! Спасибо. Спасибо, телега, ты меня привела на пути к успеху. Только какому, я пока еще сам не знаю. О, боги! Здесь меня ждет какая-то гигантская лестница.
Либо идти до нее пешком, либо лететь, наверное, на ковре-самолете. Но ковер-самолет сколько-то стоит? Сколько ковер-самолет стоит? 750 рублексов. Да уж, я принимаю решение добираться до самого верха пешком. Возьму с собой водички, возьму с собой еды, идти много. А, возможно, мне будет тяжело, я буду передыхать где-то. Но я пошел пешком. Удачи! Так, здесь нас встречает, не знаю, какие-то скалы или что это. В общем-то, неважно. Боженьки ты мой, да это ж здоровенная лестница, мне еще сейчас наверх лезть. Ой, ну ладно, погнали! И все, и мы почти с вами наверху, осталось чуть-чуть. Давайте же заглянем, что у нас там, камон. Нам тут Мишка говорит, что-то говорит. Садись в эту тарелку! Ты победил! Ура, я победил, я прошел всю карту. Давайте 5, отлично! Ой, друзья, ну какой-то бред происходит. Ну вы знаете, самое главное, я победил. Вот у меня в табличке написано FFGTV 1 Winners. Это значит, что я прошел полностью всю карту. Она какая-то бредовая, она какая-то странная, она какая-то забавная, она какая-то смешная. Но, тем не менее, я здесь занял первое место. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилась эта игра, если вам понравилась эта карта. Пишите, во что еще поиграть. С вами сегодня был FFGTV. Всем удачи, всем пока-пока.